Билет в космос с Джеффом Безосом продали за 28 миллионов долларов. Имя туриста не раскрывается. 20 июля он отправится в космос вместе с миллиардером. Полет к звездам – детская мечта Джеффа Безоса, основателя и главы компаний Amazon и Blue Origin. Осуществить ее он готовится на корабле New Shepard. Открытые телефонные торги провел в Бостоне аукционист Стив Литтл. Они продолжались 7 минут. Ракета-носитель выведет капсулу с пассажирами на высоту в 75 километров. Там произойдет разделение, и капсула поднимется выше линии кармана, границы земной атмосферы и космоса. Это примерно 105 километров. В течение 3 минут астронавты смогут испытать состояние невесомости и полюбоваться фантастическими видами. Потом всех попросят пристегнуть ремни перед возвращением. Система тормозных парашютов и воздушная подушка обеспечат мягкую посадку в густом облаке пыли в пустыне Чиуа на западе Техаса.